Ребята, это жесть. Сейчас у нас 27 апреля. Вот там вот солнышко падает на горах впереди. Видите, они белые. По идее, я думаю, это снег, потому что отошел он перед Пасхой. Вот это у нас похолодание пришло. И последние пару дней по ночам шел дождь. Мы находимся... дождь, снег. Мы сейчас перед Фулдой, а горы эти вот туда, в сторону Семерки, то есть по Семерке в сторону Фюрсбурга, можно сказать, возле Фулды. То есть впереди это не Альпы, знаете, с которых вечная мерзлота. Но чтобы в конце апреля, перед маем, здесь, в центре Германии, на макушках гор, которые, не знаю, метров, наверное, 500, может быть, 600, навряд ли они больше, и они были в снегу. Это, наверное, нонсенс. По крайней мере, я не помню такого. Да, это он снег лежит. Просто здесь тоже в новостях они говорили, что вот где-то 500-800 метров будет снег. И здесь вроде даже меньше, чем 500-800 метров. Автовозе в чехле какой-то спортивный, это походу корвет новый, на автовозе, на литовских номерах автовоз, потому что вот эти четыре трубы по центру, это походу корвет. С
что-то, ребята, здесь вот стройку развели. Видно, что-то будет или же автобан расширять, наверное. Или же, может быть, какую-то парковку большую строить. Но видно, наверное, все-таки расширять, потому что здесь вот справа. Потому что для парковки это слишком длинная. Они обычно не такие длинные. Может быть, трехполосные будут строить, чтобы три полосы в одну сторону и три полосы в другую сторону. Вот это вот, не помню, в прошлом году этой стройки еще не было. Это только вот, наверное, зимой развели. Или же была. Не помню даже. Потому что расширить бы этот участок надо бы. Между Вюрцбургом и Нюрнбергом где-то километров 75, наверное, автобана. И он двухполосный довольно-таки. Вот здесь понагнали всяких бурилок, сверлилок. Краны стоят вон внизу. А что-то они такой даже не знают, что будут строить. Посмотрим. Может быть, еще один аутохоф там или еще что-то такое. Потому что аутохоф вот же здесь есть один. Вот здесь уже я видео уже здесь снимал. Вот это аутохоф Гайзельвин. Он так вот с автобана выглядит. И дальше чуть-чуть там тоже за съездом тоже они разравнивают, вот, подготавливают какой-то грандиозной стройки. И с левой стороны такая же стройка. Я, получается, прошлым летом проезжал, здесь этого вообще ничего не было. Может быть, они где-то осенью стали, или не знаю. Или же, может быть, зимой начали строить вот это все. Вот эти бусы обгоняют. Там вроде бы перед... Должно перед началом стройки стоять то, что движение по левой полосе свыше там с шириной больше 2,1 или 2,0 или 2,1 метра запрещены. Вот эти бусы по-любому они шире. И по идее им там в левой полосе ехать нельзя. Ну, ноги прут и бусы эти. Вообще нельзя. Здесь обгон грузовика запрещен. Здесь вот километров 30 между сторону Нюрнберга, между Вюрцбургом и Нюрнбергом, в сторону Нюрнберга. Километров 30 знак висит, грузовикам запрещен. И здесь вот вечно тоже, если один идет чуть-чуть медленнее, чем весь поток, и вот это весь поток его ждет. Как ждет? Очереди собираются. А потом, что самое странное, вот так вот все потом сбрасывают до 80, 82, вот и все плетутся. Как только знак закончится, как только обгонять можно, все, все поехали, и первые, и все, и никого нельзя обогнать, потому что догнать их не можешь. Вот впереди идут эти... Мусоровозы перегоняют. Но они вот так вот 86 выйдут где-то, наверное. 85-86.
гонять их нельзя. Это такой вот интересный полуприцеп с аэродинамическими юбками. То есть идут здесь вот, где ящик для палет, потом возле между осей, что довольно-таки интересно. Здесь вот у него такая вот крышечка, и там вот спрятаны эти ручник, и опускать и поднимать сделано, как еще какая-то там коробка, о чем она, не знаю. То есть да, сделано, закрыл кнопочку, закрыл, и все, поехал. И так вот они идут до самого конца. Их видно, можно поднять, наверное, там по идее петли есть, они должны подниматься, там какие-то защелки, наверное, стоят. Неважно. Вот так вот. Такая вот конструкция интересная. У нас сейчас будет вид, так сказать, от первого лица. Ломаем под левую сторону. Но тут не так уж и сложно. Все очень просто. Докручиваем. Даже поздно заломали, там расстояние большое, переламываем, а теперь параллельно. Вытягиваем вперед еще. Толкаем назад уже ровно практически. Чтобы у нас двери почти одного полуприцепа касались двери другого. Потому что места у нас не много. Ну, почти. Чтобы вам было удобно, это выровняли. Еще разочек, чтобы закрепить пройденный материал. Даем пока что ровно назад, допустим, да? И потом начинаем ломать потихонечку. И потом также по мере смотрим, или же доламываем, или же раскрываемся наоборот. Но надо нам доламывать, да? Так потихонечку. Руль влево руля полностью, открываемся, открылись, обратно право влево руль потихонечку, и вот вперед вытягиваем, встаем назад. Право руля, чтобы нам зеркало было видно, но далеко, нужно ближе. Вытягиваем, выписываем восьмерочку. И назад. Нормально. Все у нас сегодня полно, предпраздничный день. Вернее, сейчас праздник и выезд вечером. И вот даже я сегодня так поставил. А там за этими пустыми двумя стоят все пустые. Так, чтобы ваше место вообще мало. Так.
А тут вчера вечером парни тоже сильно заморачиваться не стали, взяли вот так вот поставили. Как... И те, кто будет прицепляться, им будет чуть-чуть весело.